Почему я должен ждать? Тихо-тихо. Папа! Почему я должен ждать? Да папа! Да, Саша. Ты не понимаешь. Что я должен понимать? У меня стрель сейчас идет. 200 человек, где ты? Саша! Позорил перед всем, спасибо. Ну что, Гуфи и Саша? Поздравляю тебя с двойкой по геометрии. Ты слышал? Саша, поздравляю тебя с двойкой по геометрии. Ну-ка, давай слушать еще. За самостоятельную работу 2. Почему у тебя двойка? Все, ты забрал телефон, можешь все. Не разговаривай. Все, ты выполнил задание на 1. Алло, да. Ты что мне говоришь, что мне делать? Ты же ко мне больше не подойдешь. А мне он нужен. Это первый день, когда я могу отдохнуть. Ты так не напрягаешься. Жалко пацана? Да. Почему? Ну, Саня двойки по самостоятельной работе. Ну, так она самостоятельно не может написать. Такая училка, сука. Ага, училка, сука, реально. Да, пацаны, докажите, что у вас так же было. Я вон знаю все по геометрии, географии. Двойки получаешь. Я двойки получаешь. Я вас назад начал стримить, да? У него ник такой креативный, Brawl Dog. Бравл Старсер. Что ты делал до этого? Что ты делал до этого? Я ничего не делал. Так, надо уроки делать. Надо вставать и уроки надо делать. Он включен. Ну и что я выключу, не переживай. Ты не выключишь его, ты будешь все посмотреть. Выключи. Да баба. Ты понимаешь, что тебя сейчас все смотрят? Мне больно. Что мне все? На самом деле, типа, такая хуйня. Вот прикол в чем? Ты объясняешь им, а им похуй вообще. Тебя люди смотрят, а ему похуй. А потом бам, и ролик с твоим батей с его голосом взлетает на 1 000 000 просмотров, условно. И вообще, типа, на работе, бля, рофлят с него. Осознание приходит потом. Да. Нет, не дам. Боже мой, ты мне сейчас позоришь, я вас ненавижу. Ты в курсе, там дверь еле держишь? Смотри. Это такой пиздец вообще. Видишь, смотри, он что делает. Он сломал дверь. Я вас ненавижу, говорю. Ты что, блядь? Ты по геометрии 2 получил сегодня. Выключи. Позоришь меня. Ты дверь видел? Чё? Сломал. Где он тебя позорит? Да я выключаю. Быстрее, уйдем. Ну что? Он включен. Выключи. Это уже жалко пацана, блядь. Так я же тебе говорю, бля, грустная хуйня. Типа, что-то вообще прям, ну, дичь какая-то. Я тебе, конечно, блядь, там и ляжешься. Ты больше никогда не будешь со мной так разговаривать. Этот твое включил? Ты больше никогда не будешь со мной так разговаривать. Как он с тобой разговаривает? Он тебя просит телефон вырубить. Да мы знаем, что ты нас не видишь. Я не знаю, как смотри, он. Зачем ты мне позволишь? На выключи. Ты по геометрии 2 получил сегодня. Где двоится? Почему двоится? Типа он походу батя выкупил, блядь, трансляцию включил. Где он орёт? Чекни, говноед. Тихо, смотри. А, вырубил. Кто-то записал на 400 тысяч. Не, это такой угар. А мне грустно стало. Пацана жалко. Мне грустно стало. Капец. А нахуй стримить, когда тебе 9 лет? А я, в принципе, всем спрашиваю, знаешь, типа, дай свет начинающим стримеру, идите нахуй. Дай себе отвечаю стримеру. Запускаешь в ТикТоке Brawl Stars. А в ТикТоке знаешь, что в трендах в трансляциях? Они себя гадают. И гадают, никнеймы пишут. Типа вот, ты подписываешься на них, они тебе этого никнейм пишут. Чувак, и там онлайны просто ебейшие. Там просто, там где чувихи сидят и пишут никнеймы кентов каких-то. 4000 онлайна, блядь. Все, короче, надо, завтра... кстати, как-то в ТикТоке подрубить. Завтра стрим, как я буду сидеть и просто на листке писать никнеймы тех, кто обещаешь. Меня зафоллился. Отвечаешь. Ну я же дурак, что ли?